Сегодня весь мир отмечает День учителя. По праву этот праздник считается особенным, ведь жизнь практически каждого человека связана с этой профессией. Сегодня в столице республики поздравили учителей с профессиональным праздником, лучшим педагогическим работникам вручили государственные награды. Одна из победительниц конкурса «Лучший учитель России» Наталья Никулина рассказала о своей профессии и о том, как ей удается привить детям интерес к школе. В 5-м классе школы Аикатам, как поется в песенке про учителя, в этот день по расписанию первым было рисование. Учительница рисования и черчения Наталья Никулина выбрала для себя почетную и уважаемую профессию – сеять разумное и вечное. Почти 30 лет она работает учительницей. В этом году Наталья Николаевна стала одной из победителей конкурса «Лучший учитель России». Я живу в мире детей, и это мне нравится. И я счастлива в том, что я выбрала именно профессию учителя. В нашей школе есть 5-я четверть, где у нас летние занятия, и наши дети идут, то есть выходят на природу, живут в деревнях. Да? И в это время я вот всегда провожу пленэр. И это очень интересно, и детям это очень нравится. Урок рисования – это не математика, где нужно разбираться в правилах, учить аксиомы. Это не история, где нужно запоминать даты. Рисование – это творчество, чувство цвета, пропорций, гармония. Ученики Натальи Николаевны успешно участвуют в выставках и конкурсах. Этим летом ребята стали призерами межрегионального конкурса детского творчества, посвященного этнокультурному фестивалю «Эрдынские игры». Учительница поддерживает их во всех начинаниях. Наталья Николаевна, она очень позитивная учительница. Она за каждого переживает, и у нее есть к каждому свой подход. И благодаря ей именно мы можем сказать, что мы такие. Вот. Она нам как вторая мама. В этот знаменательный день вручили государственные награды лучшим педагогическим работникам. Награду удостоилась и наша героиня Наталья Никулина. Сегодня в сфере образования трудятся более 14 тысяч педагогов. Ряды учителей пополняют молодые специалисты. Только в этом году 400 молодых специалистов поехали работать учителями в различные районы республики. Век стремительных перемен в сфере образования осуществляется модернизация, вводятся новые стандарты. Но великая роль учителя остается неизменной. Сарглана Федорова, Иван Семенов, МВК Саха, Якутск.